Привет! Ты на канале Team Vintage. Пришло время Че! Точнее, Че Зет Лайер Систем! Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим особенности Вольтрека 5. А их, кстати, немало. Ведь этот Бейблейд был создан специально для побед. Новый Вольтрек уже 5 по счету. И его 5 модификация была показана в 31 серии 3 сезона. Обратите внимание, какие широкими и острыми нарисованы крылья нового Бейблейда. И вот за этими крыльями кроется первая особенность. Ну, об этом позже. А теперь давайте скорее открывать. Будем искать особенности Вольтрека 5. Мне уже не терпится посмотреть. Ого! Да, ребята, вот это мощная штука. Начнем все по порядку. Энергетический диск, силовой диск, драйвер и запускалка. Энергетический диск имеет улучшенный дизайн. Он стал шире и толще. А еще он таит в себе одну суперскую особенность. У него есть потайные крылья, которые раскрываются при вращении. Кстати, да, вот почему Валькирии нужны были вот эти лопасти, очень широкие. И, кстати, вот этот ход называется Супер Валькирия Слэш. Да, Валькирия использует свой лопастной стопор, чтобы нанести мощный удар сопернику, но при этом блокировать взрыв своего Бэя. Ого! Да, у энергетического диска мощное строение, а вот у силового диска вообще необычное. Такого нет ни у кого. Посмотри, Тимофей, какая особенность. Впервые с силового диска нельзя снять рамку. Ведь она прикреплена к силовому диску вот такими вот винтиками. Они вот все единое целое. Видишь, нельзя снять. Очень часто на турнирах приходится наблюдать, как ребята комбинируют бэй и практически всегда снимают рамку силовых дисков. Вот Волтаой считает по-другому. И он ее наоборот прикрепил, что нельзя снять. А здесь со всех сторон на рамке есть резиновые вставки. Для чего это? Тимофей, бытует мнение, что они позволяют разрывать противников, когда бэй наклоняется под определенным углом. А ты как считаешь? Что они служат как для самораскрутки, как у Фафнира. Тоже как вариант. А может, ребята нам еще подскажут, как вы считаете, для чего вот эти вот вставочки? Да, напишите в комментариях. Может, мы чего-то не знаем? Кстати, смотрите, здесь стоит вместо цифры английская буква Z. А это от названия этого силового диска, который называется «Зенит». Посмотри, драйвер у Вольтрека 5 называется «Evolution». И оснащен мелкими-мелкими шипами. Посмотри, видишь, да, какие классные. Так, ну что, пора собрать наш бэй и посмотреть на него в бою? Да. Собираем. Да, классная штуковина. Тимофей, ну выбирай, кем ты будешь играть, Вольтреком или тремя бэями? Тремя бэями. Тогда я беру Вольтрека, а он обновленный, и я держу победу. Поехали. Первый бой, Вольтрек 5 и Фафнир 4. 3, 2, 1, вперед! Смотрим, скорости хорошие, атаки от Вольтрека хорошие. Устоит ли Фафнир? Смотрим. Его еще самораскрутка. Ну а вдруг у Вольтрека тоже есть такое? Сейчас посмотрим. Виляю, опа.
Гири. Фафнир буквально на несколько секунд. Ну что ж, поехали дальше. Валтрек 5 и Феникс. 3, 2, 1, вперед! Ого! Что это такое было? Так, атака. Феникс тоже выносливый. Я не знаю, мне кажется, что тяжело с такими боями биться. Действительно, Феникс выигрывает. Ну что ж, остался Экскалиус. 3, 2, 1, вперед! Пошли атаки. Да. Смотрим. Неужели Волтрек не сможет... Нет, победил Экскалиуса. Да. Победил. Ребята, хочу сказать, вещь классная. Ставим лайк, подписываемся и пока.